Хей, гайс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Супер Лаки и Шериф Лаки на месте. Ну что, погнали тогда с вами дальше изучать, что мы там не изучили. Вот место это открылось. Карнавальная... А, стоять. Карнавальную площадь мы открыли. Нам нужно налево, там следующий проход. Или мы его тоже прошли? Да, мы его тоже прошли. Потом головы лимки мы с вами тоже решили. И вон, Некс место. Прощальный подарок. Let's go! Попытаемся в этой серии тогда все сделать. Ну, типа, головоломки мы решили. У нас осталось, в принципе, где-то 3 уровня и босс, да? Если не будет затупов, тогда будем довольно быстро. Давай! О, нифига себе. Лаки, какая приятная встреча. Мы решили устроить гастроли. Но Мелада оставила нам прощальный подарок. Поезд кишит монстрами. Будь другом, разделайся с ними. Только осторожнее, мы, призраки злостные, пренебрегаем техникой безопасности. Ау. А, я понял, внизу, да, пропасти есть. Или нету? Л есть. Ух, монстры! Так, снизу что-то появилось, я видел. Ага, вот здесь уже точно пропасть внизу. Живем. Мне никто не сказал, что он назад едет. Ладно, я сам виноват. И снова, как обычно, около сейва я умер. Ладно, потерял сознание. Вот и все, нужно было всего лишь допрыгнуть. Так, как я понимаю, я могу и... А, нет, поверху я не пройду. А, то есть я могу все равно жизнь подобрать. Так, а могу я еще выше забраться? Не могу.
Монетка уплыла. Ой, а где еще один прыжок был? Ну хотя бы не ваншот. Нет, монетки. Так, осталась одна буковка. Так, надо точно вызначить, куда мне стоит прыгать, куда не стоит. Но мне по низу по-любому нужно будет сейчас бежать. Хотя, кто мне это мешает не делать? Опа. Ладно, возможно, мы довольно быстро все это сделаем. Пока вроде все нормально идет. У нас был уровень, где нужно просто бежать. А, это уровень точно на Клибер. Так, ты, да, появился? Заходи на мою станцию, посвященную котовыводу. Там есть список всего, что эти коты любят и что не любят. Больше всего они не любят тебя. Ну, в принципе, ожидаемо. Обычно призраки ничего не боятся, но Мяу-Мелада и Джинкс наводят на меня ужас. Ты встречал леди Мяу-Мелады? Она самая модная из всех котовыводов. Хранитель, восстанавливающий книгу веков. В призрак Вилли, подумай только. Так, да, здесь все, я был. Папаша. Ну подожди, нет, это скорее всего последний уровень. Либо вы хотите сказать, что в дополнение там вообще не нужен клевер. Давай! Вот мы и встретили Слаки. Ты победил моих детей, но это не важно. Они ничто не в сравнении с ужасающей силой книги веков. А финальная глава позволит мне переписать историю по своему вкусу. Меня ждут дела, а ты пока развлекайтесь с моим лабиринтом. Прощай, малыш. Оки-доки. Так, проверка. Все работает. Отлично. Так, это кнопка? Это не кнопка. Богоюзы. Ну мы уже с вами поняли, после, так сказать, испытаний чувака, там где
Что на самом деле можно куда угодно лазить. Так, а вот мне интересно, а что за одинокий камень? Или это просто для красоты? Походу, просто для красоты. Блин, сейчас, короче, я хотел другую игру поиграть, типа на поиски все такое. А потом я понял, что какая-то жопа, и потом такой думаю, а хотя, знаете что, не хочу. Слишком умная игра для меня. Ну, в плане того, что у меня из-за грома выбило свет, я такой думаю, ну ладно, значит судьба. И как я должен на ту сторону попасть? Попал. О, тут буква L была. Найс. Угадайте, чуть кто не упал. Так, сначала... Сначала чекпоинт. А, я думал, меня тоже звенит. Так, это игра на тайминге, да? Главное понимать, чтобы я по пути ничего не потерял. Ага. Вау! Вот это вот круто, вот это вот вы круто придумали. Вот это вот крутую головоломку придумали. Ладно, сделаем сейчас как-то. Да ё-моё. Мало. Я не понимаю, я должен с кирпича допрыгнуть?
Так, пока все идет хорошо. Я говорю, главное, чтобы вот не облажаться и не собирать заново эти буковки. Хотя, с другой стороны, все буквы уже собраны, которые мы уже собирали. Нам главное просто пробежать. Ты далеко зашел, малыш. Но мне надоело, что ты суешь свой длинный нос в мои дела. Твой путь закончится здесь. Да, скорой встречи, Лаки. Жду подвоха, в чем подвох? Так, там, походу, дверь закроется, если я туда пойду. Тогда лучше по низу идти. Ага, главное, короче, успеть до двери. Все собрать, что нужно. Это кнопка или что? Я не понимаю. Вроде бы нет. Тебе этого ничего не напоминает? Нет, мне это ничего не напоминает. Лучше я так заберусь, чем обосраться, потом вообще никак не забраться. Странно, что здесь кристаллов нету. Твое путешествие закончится здесь. Короче, он говорит, ничего не напоминает, в плане то, что я типа бегаю по кругу. Ну это не кнопки, ну типа, ладно. Опле. Ага. Сейчас уже рванул. Но скорее всего это последняя буква будет. А нет. Хочу сердечко. Дайте сердечко. А видите, а так я бы наверх не забрался, кстати. Тебе не сбежать. Не сбегать, в принципе, не надо. Мне главное проверять сразу, куда мне идти, да и все. Слышу бурчащую лаву. Где последняя буква? Тебе не сбежать. Да, не пытаюсь сбежать, я пытаюсь букву найти. Или уже в натуре начался зацикленный проход, хотя нет.
На кнопки не похожи в натуре. Дай мне последнюю букву. Подожди, тут есть какие-то цифры, смотрите. 8, это 7. 7. Типа выбирать нам... А, нет, все, это поменялось все-таки. Просто с последним хп. Молодец кто? Молодец я. Молодец кто? Я. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Голова Лимка там открылась. Голова Лимка. Спасибо за помощь, лайки. А не за что. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Как хорошо, что ты здесь. Можно я посмотрю, как ты дерешься с каким-то выводом? Нет? Эй, Лаки, у меня странное дежавю. Бедный мэр. Он так гордится своим сиянием. Еще усами. Это новый бантик. Я специально берегла для карнавала. Найс, у вас развлечение. Если Меланд может так просто забраться свечение мэра, что же мы будем делать? Хранитель, круть, я бы дал тебе 5, но это невозможно, когда ты бесплотный и все такое. Некоторые карнавальные игры кажутся мне нечестными. Вот что я тебе скажу, Лаки Таки. Поможешь мэру, и я, может быть, приму тебя в свою группу. Последнее, что я сказал, что с того, что завтра немного испортится. Это не смертельно. И в итоге он умер. Ладно. Джинксовая страница. Блин, неужели в DLC всего лишь один уровень проходной? Ну тогда, если что, их в этот же плеер закину. Плейлист. Нифига себе. Это что за баги? Окей. Я не увидел. Сейчас скажут, ой, а ты все просрал, слушай. Так подожди, почему у меня в натуре сразу слово собралось? Это как так? Не, подожди. Почему, во-первых, у меня собралось полностью слово, и мне дали 100 с чем-то монет, а сейчас только несколько монет. Окей, это баг. По-любому это баг.
В игре есть какие-то вот недочеты, непонятные, как собираются сами по себе вещи. Теперь меня вообще здесь монетки не дают. Странно, ладно. Мне еще и контишки халявные дают. О, заметьте, на этот раз мне слова не дали. А, так там было? Я думал, там не было. Это очень странно, то что все сразу подбирается. Мне кажется, так вообще не должно быть. Так, подожди, я должен в обратку, да, прыгать? Против часовой. Или нет? Лайки, что с тобой случилось? Почему все монеты собрались? Почему теперь у меня ничего не собирается? Я не могу понять, в какую сторону я вообще должен прыгать. А, все, понял. Ладно, там у меня времени довольно достаточно, чтобы все собрать. Но просто из-за камеры я не вижу, где там что. Почему на этот раз я тоже хочу, чтобы мне сразу слово лаки дали, чтобы я не искал эти буквы? О, спасибо. Ну все, теперь главное дойти до уровня до конца. Левель зачетерил. Нет! А монеты? Монеты мне не дадут же заново. Лаки, что с тобой не так? А ну, могу я снова зайти в этот уровень? Нет, ладно. А, я надеюсь, мне хватит монеток. Хватило. Ай. Найс. Призрачный проход. Надо признать, ты настойчивый, как и твоя сестра. Но ей не удалось меня остановить, и тебе не удастся.
Не забываем, что я еще одну головую лимку там не решил. Да ё-моё. Да какого черта? Тут очень кривая тень. Ладно, не буду байтить, чтобы я сам умер. Буду лучше осторожненько на них прыгать. То есть до этого не было, и теперь бац, на, держи. Давай. А, ну хотя бы он уже открытый, и то радует. Какой-то нечестный уровень по отношению к разработчикам, которые пытались, сделали, прятали буквы, а ты такой, ну ладно. Так, ну что, осталось найти, где уровень, который сейчас добавился где-то, один, проходной. Один проходной уровень. Мы его выполним, по сути, у нас уже все собрано. Останется только статую активировать. Да, и дособирать этот... остальное, где что есть. Только снова, видите, почему-то монеты из ящиков не падают. Где открылся уровень? Где вообще было этот, это место? И замечу. О, этого не было, чувака. И если Мяу Миланта может так просто забрать свечу Мэннер, что же будет дальше? И заметьте, что рыбы, призрачно, которые мы с вами заметили на уровне с фонарем, самым первым, он больше нигде не встречается, эта рыба. Как-то это слишком странно. Возможно... разработчики хотели ее добавить, но подумали, что она очень страшная и решили не добавлять. Вы меня не обманите, я точно видел проход в какое-то в это место. Я видел. Обманите это место. Я, допустим, не буду все равно идти, пока я не найду этот проход. У меня была подруга в овощной деревне. Она очень... Так, я хочу ее обнять, пусть даже терпеть, и она меня пройти сквозь меня. Типа это из колонок музыка играет? Такая музыка. 98 листиков. Я точно видел... О, мыши. Меня говорят, иди к боссу. Но я точно видел, как появилось где-то задание. Испытание. На место испытания мы пошли сразу к next level. Меня это смущает. Неужто я одно задание в натуре потеряю? Да ну не гните. Ладно, идем тогда к статуе. А, вот. Найс, все. Можем не переживать. Пеняки, что вы для меня подготовили? А, беговой уровень.
Ау. Можно финиш? Я сейчас умру. В смысле? В смысле? В смысле? Ты... Он отбился от земли, и из-за этого я умер. Давай. Не я виноват. Лис виноват. Главное не обосраться на том же месте. Если бы, конечно, были еще такие бы уровни с собиранием букв, это вообще было бы что-то. Попыток, мне кажется, было бы убито много. Давай! Да, все, 99 и 100 это последний листок. Так, осталось найти, где статуя была. Пойди, с левой стороны она стояла, статуя ее. Вот тут, да. Да, все. Ну и последний листик у главаря. Сейчас пойдем забирать. Ну и заканчиваю серию, потом DLC-шки сразу же будут в этой игре. Не можно сказать, что основную игру мы прошли на 100%. Не последний сотый. Подожди, это если у нас 17 этих остается? Давай! Ничего себе. Прям на превьюшку. Yeah.
Может, я должен был спрятаться за этой штуковиной? Нифига, что ты придумал. Осталось понять, как его атаковать. Он очень далеко, то есть в лапу ему в эту попасть его не смогу. Не понял. То есть я должен был все-таки успеть ударить, да? Но я не среагировал. По крайней мере, главное в центре стоять. Папаша Джинкс. Даже не он, понимаете, по сути, меня ударил. А его... Бимба. Ну, хотя от животных можно хилиться. А если, допустим, спрячусь, он попадет меня в лазером? А, он попадет меня лазером. О, вот это уже пошло опасно. Ну, этот уровень, по сути, самый опасный тем, что здесь очень можно упасть легко. Так, главное стоять на верхушке этой херни. А нет. То есть, по сути, без разницы, оно не поднимется, если не нужно. А если я прыгну вовремя или нет? И... Ну давай. Жду ловушку с лазером. Главное не упасть, говорю. Главное не упасть. Упадешь, все, конец. Главное в центре находиться. И главное смотреть на тень, чтобы не упасть ненароком. Так, а давайте теперь я попытаюсь все-таки сделать, как я говорил. Встать сюда. То есть можно, да, запрыгнуть на эти стенки. И уже от стенок, типа, откидываться. Не. Лаки, ты молодец! Ты победил котовыводок, остановил Джинкса и всех спас! Я так горжусь тобой! Лаки! Лира! Каждой книге нужен герой. Некоторые рождаются великими, другие похожи на ваших маленьких братьев. Эта глава истории закончилась, но я почему-то думаю, что она будет не последней. Эй, Лаки, может нам отправиться в странствие вместе?
Не. Знаете, сказать честно, игра... Не сказать, что сложная. В некоторых моментах, да, там бывают именно такие запарные моменты. Если эта игра делает для детей, это видно, потому что оно ощущается, то, что не такой уж и сложный бою... Ну, не такая сложная боевка здесь. Боссы некоторые довольно слабы. Финал, я не знаю, финальный босс окей. Мне кажется, ребенок, если это именно для детей, ну, если да, он будет трениться и не будет просирать контишки, хотя это маловероятно, то, возможно, он будет довольно часто сливаться на уровне, особенно из-за вот этих... То, что ты, если упадешь, то ты погибаешь сразу. И за счет этого могут возникнуть проблемы. Музыка, я ожидал что-то получшего. Музыка, знаете, такое... обычная. Мы путешествуем... Немного, я говорю, взяты из крыши Бандикута, так как мы путешествуем по разным измерениям. Здесь же у нас мир... Призраков был фестиваль. Потом мы отправились в пустыню. Мы были на ферме. И мы были просто... Где руины. Враги. По врагам, знаете, я бы не сказал, что их довольно разнообразие довольно большое. Ну, есть там пару постоянно новых врагов на каждом уровне. Также я не понял, почему, допустим, в мире с призраками... Там была призрачная рыба, которую я видел вдалеке, как она там прыгала в воде. Ну, типа пиранья-призрак, скелет пираньи. Возможно, ее посчитали довольно жуткой, поэтому ее типа решили не добавлять в игру. Хотя ее могли использовать, как знаете, допустим, нужно перепрыгнуть там ямку, чтобы тебе, ну, не успела укусить еще эта рыба. Странно, то есть моделька есть, они ее используют, но единственное, где я увидел, это вот эту одну рыбу, которая прыгает где-то там вдалеке. Которую даже, наверное, навряд ли кто-то бы увидел. Но если, конечно, я увижу все, то... В какой-то степени... Можно отметить коллектаблы, ну, снова же сравню с Crash Bandicoot, потому что там тоже кристаллы, для кристаллов нужно собрать то все ящики, то секретный уровень пройти, чтобы получить кристалл. Здесь также, ты проходишь секретный уровень, ты получаешь клевер, ты собираешь монеты определенное количество, ты получаешь монету, ты собираешь все буквы, ты получаешь клевер. То есть в какой-то степени есть чем заняться в игре. Игра проходится, если вы задротик, как и я, то, в принципе, за сутки игру можно пройти, как нифиг делать. Ну, ладно. Плюс и минус. По плюсам я могу отметить, это красочность игры, харизматичных противников, да, то есть кто-то из себя что-то там, да, и представляет. Это первый плюс. И думаю, все. По минусам, наверное, это некоторые баги. Почему-то, откуда-то они появляются. Ну, блин, просто зашел на уровень, и бац, уже все собралось. Но это понятно, что баги. Либо когда ты погибаешь, да, вот тоже с чуваку, где нужно было принести этот... ну, не матрас, но водяную эту херню. Тоже я принес один раз, он мне дал деньги, потом приношу второй раз, он мне ничего не дает. Ну, как-то так. Ладненько, тогда, думаю, на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому у нас один плюс, два минуса. Еще впереди у нас с вами есть DLC-шки. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.